Масштабная операция в Винницкой области. Одного пьяного задерживали около 100 полицейских и 10 бойцов КОРДа. Они специально для этого прилетели на вертолете из Киева. Житель села Вербка взял в заложницу свою жену. У него было ружье, но полицейским удалось вывести женщину из дома. Когда дебошир начал стрелять, правоохранители открыли огонь в ответ и ранили его в ногу. После чего мужчина забаррикадировался. Пришлось вызывать подразделение КОРД из столицы. Спецназ штурма взял дом и обезвредил стрелка. Во время обыска у него изъяли тротиловые шашки и электродетонатор.